Исхудавший да нельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева. Иосиф Давидович младше Андрея Дементьева на 10 лет. Но это не мешало им почти всю жизнь не только сотрудничать, но и дружить домами. Недавно, например, Кобзон пел на главной площади Твери. Дементьев сделал землякам такой роскошный подарок. На похоронах артист сидел рядом со вдовой покойного Аллой Пугач, говорил ей слова поддержки. А потом охранник помог певцу, он уже с трудом ходит сам, дойти до гроба и сказать другу последние слова. «Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей», – начал Кобзон. «Кто-то скажет, что 90 лет – солидный возраст. Но у настоящего поэта не возраст. Не возраст у Есенина, у Некрасова, есть только их стихи. Как горько, что мы не встретимся больше у тебя дома. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни». Дом поэзии в Твери. Иосиф Кобзон заметно сдал. Он сильно исхудал и едва держался на ногах у гроба Дементьева. Сказывается и возраст, и неизлечимая болезнь, с которой певец давно борется.